Насосы. Насосы. И привод насосов. Здесь привод насосов не показан. Насосы. Так. Значит, так. Дальше. Клапаны, распределительная часть крана. Вот они, клапаны и распределители. Вот это сердце. Вот схема. Это клапаны, распределительная часть. Вот, даже вот так вот. Вот это клапаны, да? Вот это распределители. Вот, вот один вот так вот в блоке. У него раз, два, три, четыре, четыре, что? Секции, да? В этом распределителе раз, два, три, три секции. В этом вот две секции всего, да. Вот. И клапаны. Вот клапаны, распределительная часть. И исполнительная часть. Она вот, ну, в основном действительно всегда на периферии, сверху. Вот они, исполнительная часть. Вот. Исполнительная часть. То есть раз гидромотор, два гидромотора, три, четыре гидромотора. Три гидромотора реверсивный, да, и один, значит, постоянное направление потока жидкости. И гидравлические цилиндры. Значит, возвратно-поступательного действия. Вот одна пара, два, три, четыре, пять пар и один. Один гидроцилиндр, но он работает с гидромотором вместе от одной секции. Ну тут все вот видно, да? Все видно. Вот у вас один дроссель. Один дроссель. Поэтому вот единица умноженная на 2,5 дросселей, да? Мы говорили. И клапаны берем тоже. Ну, клапан один у нас попадает ту или иную сторону, 1 умноженное на 2, плюс 1 умноженное на 2,5. Входы, значит, входы в гидроаппараты. Вот, единица, 3 умноженное на 0,9. Вот сюда вошел, ну и куда-то здесь. Можно гидроцилиндр. 3 умноженное на 0,9. Так, штуцеры. 3 штуцера. Вот соединение, да? Вот соединение. Вот тут вот штуцеры находятся. Да? Гидроцилиндров. 1, 2, 3. Там. 3 умноженное на 0,1. 3 на 0,1. Так. Ну, вот так. Значит, вот три части. Насосы, значит, клапаны распределительной части, исполнительная часть. Значит, каждый этот самый гидравлический секция распределителя, секция распределителя управляет своим исполнительным элементом. Значит, вот этот гидромотор, вот мы видим, так, у него, вот сюда вот такие трубопроводы, усики, мы говорим. Вот к этому мы видим, куда, кто подходит, вот они, вот это. Вот, все, значит, вот этот, вот два вот эти гидромотора. Вот этот вот распределитель, вот, раз, два, три, вот, к нему все три. Это, вот не дай бог не расскажете, вот просто не буду вообще. Ходите и все. Так же, как вот детали машины входят до осени. Потому что не слушают, не хотят. Иди, все, ни с тем не разговаривай. Два гидроцилиндра, значит, спаренные. Синхронно работающий гидроцилиндр. Вот, один, одна секция. Это реверсивный гидромотор. Это, и вот гидравлические секции распределителя. Мы говорим, гидравлический мотор и гидроцилиндр. Гидроцилиндр через дроссель. Схема очень сложная, кстати. Одна из самых вообще сложных схем. Мы будем по этой схеме. Да, по этой. Да. Это схема чего? Все рассказано. Принципиальная гидравлическая схема. Да. Балансы багетирующей машины. А что, вы проходите? Вообще это не сложно, просто этого много здесь в этой схеме. И все. Да? Вот что? Опытно-механический завод, он выпускает эти машины. Ну как вам не знать, если вы живете в Абакане, завод выпускает. Да мы там ни разу не были. Нас не выпускают. Ну, все равно. Теперь вот мы вот так вот. Вы знаете, я вот книжку в монографии написала. Ну, там, покажу вам.